факторы возникновения заболеваний и путь восстановления здоровья. Психология, духовный мир, болезнь Бог лечит знанием. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Где вы видели Бога на больничном? Существует божественный уровень сознания и есть наш человеческий уровень сознания. Чем дальше мы отклонились от божественного осознания, тем больше болезней мы имеем. Наше физическое тело окружено внешней болевой оболочкой, аурой, болевой оболочкой, аурой. В нашем тонком теле находятся 7 основных энергетических центров, чакр. Если происходит блокирование чакр или деформируется болевая оболочка, то начинаются проблемы на физическом уровне. Уровне. Мы это называем болезнью частной, патологией и другими словами. Устранение деформации поля, восстановление работы всех энергетических центров и есть гарантия полного выздоровления. Для того, чтобы стать полностью здоровым, необходимо один раз и на всю жизнь, и на всю оставшуюся жизнь включить в свое сознание божественные программы сознания, установки и жить по ним постоянно. Тогда болезни не может быть по определению. Тогда болезни не может быть по определению. Божественные программы сознания, установки, знания и жить по ним постоянно. Грязное, скверное, наполненное вирусами, невежественное сознание — это путь к смерти кратчайшим образом, кратчайшим путем. Грязное, скверное, наполненное вирусами, невежественное сознание — это путь к смерти кратчайшим путем. Вывод. Первая и самая главная причина болезней – неправильная, ложная, оскверненная позиция сознания человека, которая не совпадает с божественной позицией сознания. Следовательно, переход на высшее, высшее, божественное, чистое, возвышенное, правильное программирование, обеспечение и является программное обеспечение и является самым быстрым путем к выздоровлению.
Следовательно, переход на высшее, божественное, чистое, возвышенное, правильное, программное обеспечение и является самым быстрым путем к выздоравливанию.